Друзья, я хочу вам представить новую книгу для детей для среднего школьного возраста, которая называется «Низами Кенджави. Переезд Искандера в Барду и встреча его с Нушабой». Давайте познакомимся с книгой поближе. Эта книга впервые была издана в Москве в 1986 году в издании «Художественная литература». Отрывок из первой части «Шарафнаме» широко известен по имени Низами Кенджави Искандернаме. Здесь повествуется о походе Александра Македонского на Азербайджан, о его памятной встрече с бардинской шахиной Нушабой. Перевод с фарси Константина Липскерова, художник Алтай Гаджиев, редактор Михли Мамедова. Ответственный за выпуск Аслан Джафаров, Шахла Гамбарова, Аладдин Асадзаде, редакторы Захра Дадашева, Сакина Самедова, Вафа Агамирзаева. Дизайн Эллада Сафаралиева. При издании произведения были сохранены все данные оригинала. Баку, 2012 год. Ренессанс А. Давайте посмотрим этой красивой книги. Это иллюстрации очень интересны для них, чтобы они могли читать его с большим удовольствием. Вот видите, какие красивые рисунки. Очень интересная книга. Спасибо за внимание.